состояние здоровья Михаила Горбачева резко ухудшилось. Чешский писатель Милан Сиручок сообщил, что экс-президент СССР Михаил Горбачев из-за проблем со здоровьем не сможет принять участие в международной конференции в Праге. По словам Сиручок, фонд Горбачева является одним из организаторов этой конференции. И там сообщили, что ночью Михаилу Сергеевичу стало плохо, и врачи не рекомендовали ему покидать Москву в течение нескольких недель. Международная конференция «Общая безопасность после холодной войны» как решение новой проблемы. Европейская безопасность и Россия пройдет в Праге